Президент Ирака Бархам Салех просит парламент страны не затягивать с рассмотрением его прошения об отставке. Глава государства решил уйти со своего поста из-за неспособности партии договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Сам Салех выступил против назначения на этот пост Асада Эль-Дани, кандидата от проиранского блока в иракском парламенте. Президент уточнил, что Конституция запрещает ему отклонять кандидатов на премьерский пост и что он не желает усугублять политический кризис в стране. С октября в Ираке не утихают массовые демонстрации под лозунгами «недоверие нынешним властям». Что он может предложить, этот Аль-Дани? Он что, боролся с коррупцией? Нет. Может быть, он навел порядок в сфере услуг? Тоже нет. Мы сегодня протестуем, чтобы отомстить за кровь наших мучеников. Вы, Аль-Дани, не получите пост премьера, пока на улицах мы, революционеры Басры. Клянусь, вы не получите этой должности. Нас не остановит никакая политическая сила, вообще никто. Мы пришли сюда, чтобы озвучить нашу волю. Мы не хотим Аль-Дани, не хотим других ваших выдвиженцев. Мы требуем независимого кандидата. Мы не хотим претендентов от имеющихся партий. Главные очаги массовых волнений в Ираке – Багдад и южная провинция Басра, где Аль-Дани занимает пост губернатора. Изначально протестующие требовали от властей обратить внимание на коррупцию, безработицу и социальные проблемы. Затем расширили требования.